6 новых коммунальных машин. На столько единиц техники пополнится автопарк снегоуборочных машин Барнаула. Из городского бюджета на покупку техники выделят 50 миллионов рублей. Приобрести планируют 2 автосамосвала, 3 трактора и заливщик швов асфальтового покрытия. Машины купят в первом полугодии, сообщают в городском комитете по дорожному хозяйству. Отметим, сейчас в арсенале дорожной службы города 375 единиц техники, 243 из них снегоуборочная. При этом изношенность парка почти 90%.